Так. Все в голубых тонах. В розовых. Или в розовых замках. Я не запомнил. Про голубые тона пишут мужчины. Ну, поэтому приношу сразу извинения, если я кого-то шокирую тем, что сейчас прочитаю. Есть такое понятие инсталляция. Это когда человек приходит в музей и участвует в тех действиях, которые там происходят. Ну вот представьте себе, приехал мужчина из провинции, так, лет 40, заходит в музей и видит на полу голую женщину. И говорит, спрашивает, мадам, вы явно перебрали, и тут валяетесь в пыли. Вы как вообще в музей попали, другого места не нашли? Простите, может, я ошибся? Вас хулиганы обокрали и действовали так жестоко, что сюда ниточки содрали. Вам холодно. Возьмите плащик, прикройтесь. Тут такой сквозняк. Как мне мешать? Какой показик? И почему я наивняк? Простите. Нет, нет, рядом с вами я не лягу. Уж извините. Не могу. Про инсталляцию не слышал. Подумают, я пьян в дугу. Вы тут своя, а я проездом. У нас в провинции не так. Сказали мне перед отъездом, в столице форменный бардак. Да не толкайте меня в спину, я от греха и сам уйду. Свою вторую половину скорее отсюда уведу. Ведь ей, Солохе, не докажешь. Мол, в ингаляцию попал. Увидит, так по морде вмажет. Устроит здесь такой скандал. А ты зачем меня снимаешь? Сейчас аппарат твой разобью. Куда, мерзавец, убегаешь? Ух, если догоню, убью. Вот это вляпался. Мерзавка меня у входа догнала. И голая, ну как пиявка, за плечи крепко обняла. И сразу вспышки засверкали. Она кричит, замри, дебил. Когда б судом не угрожали, я бы эту гадину убил. Она стащила с меня брюки, мои семейные трусы, и издала такие звуки при виде неземной красы, что я невольно растерялся. Что было дальше, не скажу. Нет, я ничуть не облажался, но об одном сейчас тужу, чего мне в жизни не хватало, кой черт меня понес в музей. Что, мне культуры было мало? Ну, Ванька, милый друг, налей. Теперь, чтобы не терять сознание, при виде женщины ногой, даю как клятву обещание, в музей я больше ни ногой. Ну и дурак. Меня б туда, я бы такое натворил, что обо мне весь мир тогда с восторгом бы заговорил. Чего ты стонешь и о чем? Тебя развеселить хотели, дай адресочек и пойдем. Как мне ханжи осточертели. Моя бы милая меня раз в тысячу выше оценила и говорила бы, любя, какая же в искусстве сила. Где тут искусство, где забава? И как все это принимать, не знаю я, скажите право. А так хотелось бы понять.